после подачи сигнала он должен потом вернуться в нейтраль. Поэтому не хватай его и не рви там его в нейтрале. Попробуй назад и отпусти. Включаю, отпускаю. Ну включай, только приди, предупреди, что ты включаешь. Я включаю. А ты не меня предупреждай, а их. Я включаю. А секундомеры как они? Сами становятся. Сразу в нейтраль становится. Ну ты попробуй включи вначале, а потом уже про нейтраль будем говорить. А, ну вот опять. Ну нормально. А в чем дело? Ну потому что не включили. Розетку не включили. А кто должен включать? Кто у нас вот нахалтурил здесь? Вилку включил, а автоматы не включили. О. А вот теперь вот предупреждаю, включаю. Я уже включил. А это чего? А это мой звонок. Ответ на твой. А чего вы не пугаете? А чего вы нас предупредили? Я вас предупредил. Я вас предупредил, что у меня был инфаркт. А как мне надо было сказать? Так мы сюда смотрим.